Да, человек, могу стрелять. Отрабатываю его. Блять, выше ушла, сука. Какой же петух? Надо было сначала черта. Сказать, где. Так, на сука, входной ушел. Вышке, на входной вышке еще один, ребята. Так, рыжий, бери того под контроль. Мы на входной вышке. Работаем. 400 метров. Какого сейчас черта? 54 метра, сейчас. Убил. Убрал я его. Какого черта вообще, блядь, залагало? Мимо, блядь, все, ёб твою мать. Ну, право, косожопый Хантер, снайпер. Сегодня. Тебя координаты метров. Где? Блядь, как я тебе скажу? Азимут 315 от меня. Ушел в кусты, в кушери. Ты меня наблюдаешь? Камыши? Он в камышах? Да, вправо ушел. Справа от тебя. Какой? Нет, Кучка, еще дальше. Что, там где ложбина? А вы на Пиргасе, что ли? Да. Да, ну не ложбина, а так, забора. Вижу от меня зомби на 355. От констракшена недостроенного ко мне двигаются. Там он где-то, что ли? Кусика, фета. Да, где-то. На свое место 4. Через дорогу. Восьмерка. Я не вижу тебя. Блять. Вот он я, ебаный в рот. Ты где? На своем месте я туда. Я как-то пробежал. Блять, 177-129, нижний правый я угол. Я пробежал. Все. Группу дай, разверни. Тихо. Где-то справа он там. Да я понял. Азимут 317, камыши. Блять, сейчас ну примерно я скажу где. Понахуярил, блять. 418 метров, она у меня начала, блять, вообще уходить, блять, ниже, пиздец, конкретно, нахуй. Короче, кусты, знаете, какие? Я, блядь. Координаты 177-131. Так, сейчас 177. Там зомби, да. 131. Это рядом справа с нами, от тебе. Нахуй. Ёбаный в рот. Где-то на 2 часа от тебя, на, да. Это рядом с нами метров 150, слышишь? Да. Так кто же спереди вот это? Нет, справее вас. Не спереди, а правее туда. Он зомби туда идет, блядь. Работает по нам. С вышки. Работает. По нам работает. Где? Нет. Гондон. Какая гондон, вышка? Гондон оттуда же работает. Оттуда. На десятку, на пятерку работают. Или с вышки. Смотри, Кусика высматривает. Рыжий. Гондоном было. Рыжий, блядь. Посмотри вышку, блядь. С вышки. Какую именно? Не знаю, все так, быстро просмотри. Не тебя не видно нихуя. Смотрю. По вышки нам, вроде чисто. По нам хуярят, блядь. Смотри перед нами. Перед нами вот те координаты, которые ты мне только что дал. Туда смотри чуть левее. Где-то 176-132. Он в камышах перед нами, Кузька. Ну так это понятно. Так рыжий говорит нет. Ну, блять, он. Я тебе был, сказал, где-то шел, метров 100-150, там с гондоном хуйня. Так, вижу его, сейчас буду отрабатывать. Сдвигаюсь правее. Попал. Попал второй раз, убил. Шикардос. Тумблер, принимай его на центре, блять. Сейчас будет контакты, сейчас будет. Остановился, 1100. Сейчас посмотрю, может отработал. Где он? Откуда? Возле забора остановился. А, железного? Да. Все понял. Сейчас я буду стрелять. Не железного, а обычного. Сейчас я выстрелить попробую. Он возле этого песчаного. А-а-а. За ним. Стрелять? Пробуй, что делать. Он стоит, сука, высматривает. Ну, потому что он меня увидел, потому что вы нихера не можете объяснить, где он. Господи, блядь, у контейнеров у железных, блядь. Так так на сканзе сказать, напротив. А, вон он. Тумблера, вон он.
Попробуй с ней поговорить. Сейчас попробую выстрелить, когда остановится. Он оббегает на ту сторону. На мою уходит? На какую? На ту за угол. Высматривает. Сейчас остановится, отработаю. Лёх. Встал. Сейчас выйдет. Не вижу, на какую, на ту сторону? Рыжий. Он назад отходит, что за, блядь, олень? Назад убегает? Лагает сервак, вижу. Блядь, нет, смотрит. Вижу, смотрит. Вижу его. Ходит, вижу его, блядь. Влево, двигается, вправо, сука. Бегает. Двигается, да, тумблера заметил. Он не заметил, он просто двигается. Он заметил. Теперь, по-моему, меня увидел. За забором. Там он что, блядь, суперглазастый? Хуй его знает. Ебать лагает, как он телепортируется, блядь, на ровном месте. Ну. Так народу сколько ты, что ты хочешь? Ходит он нормально. Сейчас остановится, блядь. Ну, я боюсь, он не будет останавливаться, будет бегать. Я его зарашу. Я его с М9 зарашу. Тумблер, по тебе лупишь? Все, это я выстрелил. Он не услышал. На меня двигается тумба, саутист идет. Попал. Попал в него. Упал, все, он упал. Ну не упал, он там стоит, вы гоните. Я попал. Мне дали 25 поинтов. 1002 скилла. Ну все, упал, я увидел, как он упал. А я убил. Ты, сука, добил, гад, блядь. Я не добил, а убил его с М9. Потому что это скилл, я ему повесил. Это скилл. А что у него за одежда? Где он? Он лагает. Ходит там. У меня он не лагает. Ну, блядь, хуля. Спускается. Тумбочка, он сейчас на входную пойдет. Это SSD Power. Блядь, у меня их 2 SSD, и что? Причем здесь лайв, у тебя интернет хуже, чем у меня, блядь, в 10 раз нахуй. Но. Это, блядь, EU8, пацаны, блядь, поздравляю вас. Да хули, по полтиннику, блядь, человек на сервер шел. Как думаете, он будет выбегать? Конечно, блядь. Да ты его можешь принять, нахуй, принимай его там, блядь. Так, посмотри, чтоб тебя справ. Вон, он идет на выход, по-моему. А, не, на вторую вышку сейчас будет, наверное. Какую? Нет, будет? Лево, влево уходит. Все, пошел на выход туда. По-моему. Да, по-моему, на выход пойдет сейчас. Он будет перебегать, можешь принять его. 1236, охуеть. Не вижу его. Входную смотри сейчас внимательно. Угу. Тумблера колбасят там, блядь, влево-вправо ебнется нахуй. Он вышел. У меня прицел. Вышел с этого? С базы? Нет. Ты убил? Не, не было. А, сука такая. Тумба, блядь, очки, где-то блядь. Где-то я его убил, я не вижу. 25, это что, по-твоему, очки? Затроллинг. Блядь, тебя колбасят там. Где он там? А, он внутри еще, блядь, периметра, но тумблер его закосил. Он на углу засел и лежал. Ой, пацаны, так у него трэш. Ну так да. Режь его так... нахуй на мясо, пошли. Смотри, может, у него ножик есть. Чтоб человек не зря умер. Да что за баги? Нет у него. Да его топлю. Блять. Нет ножа? Да, нет ножа. Он свеженький. Давай, он оттягивайся. Он человек. Ну, обычно. Прикрывай, короче, слышишь? Я не знаю, что так лагает. Я бегу, шифт зажимаю, но у меня кто бежит, кто не бежит. Кто не бежит, кто не бежит, да? Ну, а еще петух появился. И Машка. Где? Здесь же, у кольта домика. Ну, он сейчас имеет в виду бежит. Именно реального петуха, а не петуха. Ну, я имею петуха с Машкой, ну, реального петуха, а не реального. Реальные петухи. А что у него за ствол? Слушай, Clear Sky, блять, это Топтикс, я выкину, это хуйня, по-моему, какая-то вообще. Ну, оставил бы, ну, смотри сам.
Я лучше кусок мяса нахуй запихну вместо него. Все, забрал. Тумбочка, надо валить отсюда. У меня некуда просто, пиздец, реально скидывать. У меня и вот Edge G33, его дядька Соглас любит. И Петух мне так глаза морозит, бля. Че случилось, пацан? Уходи. Куда? А че ты там бегаешь? Ладно, пусть он там. Рыжий, давай мы с тобой мясо заготовим. Пацан, что скажешь? На углу много зомби. Давай, я начну тебя с Глока крыть. Лут появился на... Слышишь? Давай, офисном здании. Тихо, сейчас. Сейчас, стой, ты быстренько поднимаешься, понял? Да, давай. Поехали. Я не слышу. Релод. Смотри. Первый этаж к тебе. Он на втором. Хотя не слышу вообще движения. Так, он на втором, я его вижу, он бронированные стекла. Оули щит, оули щит. Да, смотрит. У него топор. Он топор, у него рубит. Топор. Ебать. Да какого хера? Убил его. Убил его. Вам просто повезло. Кому? Мне, потому User что... Entered your channel. Ой, все, я... Да потому что я на лестнице застрял, как мудак. Короче, зомби у воды. Не знаю, его это или нет, в отеле есть зомби. Как будто в отеле чел. Там стреляли, да. Это может и он. Давай, отваливай, да навряд ли он. Опа, мне работает. Слева. Откуда? Снутри базы, по-моему. Нет, слева от меня на 260. Смотри. Рыжий от меня метров 200, смотри. Слышишь? Сейчас подсуппорчу. Не вижу ничего. Вне базы, да? Да. Сейчас, погоди, где я валяюсь? Смотри. О, идет к тебе, Хантер, идет к тебе. Прямо ко мне? Вот. Да. Погоди, к кому? Тумбе. Стреляю. Попал в него. Не, в него. Объясни, пожалуйста. Убегает. А, внизу? Внизу, да, убегает. Убегает за Анмар. Внутри базы. Да. Смотрит на тебя, идет к тебе. Поднимается? Сейчас будет подниматься. Он ранен. Поднимается? Нет, не поднимается. Он внизу. Внизу, возле барачков. Но, между ними. Но он как бы, блядь, должен. Но я в него попал, ему срань садил. Между двумя контейнерами. Мне показалось, что слева лупили вообще, блядь. Слышишь, рыжий? Контейнер, не вижу его. Он между ними. Нет. У входа? Ними. Рыжий, блядь, он у входа, у контейнеров. Да, между ними. Ну, какой вход? Он уже под вышкой у тумбы. Контейнер вот этих вот казарменных. Он хилится, наверное. Давай, блядь, перевязывается. Каких контейнеров? О, не, тихо, стой. Я смотрю, контейнер, там его нет. Он под самой вышкой, прям под ней, блядь. Там зомби, он сейчас рубит зомби или что-то в этом роде. Его, вот не он, вижу прям его, под ней. Блядь, не вижу. Вон он. Бегает, сука, вижу. Прям под ней. Тумблер на саут-ист. Да, между ними. Сейчас. Блядь. Ах ты, сука. Сейчас, так, погоди, он там сидит, сука. Блять, ну ёпта, блять, сколько до туда расстояния-то, блять, ну что-то такое, все время как-то, блять, ничего не получается, ёб твою мать. А, что это, фризы? Сидит, 321 метр, нахуй, сейчас, блять, ну, попробовать его снимать. Нет, между двумя казармами. В ножке, влупил, готов, нахуй. Все, снял его, топор выпал.
Вот так вот. Мика, бля, стоял. Куда? Понял. Налево, где-то норт-ист. Норт-ист. Двигаюсь на домик, на 120. Я попал в него, блядь. Он взял и побежал, блядь. Слышишь, смотрел. Хан, это... Ну, вы видите его? Никак нет. Тихо, может, в домик зашел, блядь. Ну-ка, блядь. Давай, пускай, надеюсь, накрой скил. Дом зашел, по-моему, пацаны. Нет, хуй его знает. Через на гору. Левее ушел. Рыжий, ты видишь, куда я иду? Да, я видел его. Сейчас. Блядь. Тумли, он где-то здесь, в зеленке, нахуй. Я так не думаю. Как он выглядит? Это как пету. Аутло. Не вижу. Блять. Не усопал? Хуй его знает. Я издалека с магнификом этим смотрел, блять. Выстрелил мне попал. Сука, куда он съебал, блять? Как далеко ты стрелял? Да, блядь, близко просто, у меня однократно этот, я на трёшку даже не приключил. Где-то здесь, слышишь, он должен быть, блядь. Я не знаю, где. Блядь, what the fuck? Ты был возле. Вот он повернул в мою сторону и побежал, блядь. Сука. Чё-то он стоял, я даже не понял, что он там полный рост, ёпта, стоял, блядь. Надо было точно стрелять. Я точно стрелял в него, попал, блядь, как бы, 7.62, должен был он и аукнуться, нахуй. Вот он на моем месте стоял, и туда убил палил на нас. Маршал, вот где он? А он убегал с биноклем. Смотри на мою сотку. Ну, вижу. Ты уверен, что это он? Да. Это как я это он так все быстро? Время. А что ты нам не сказал? Ладно, слава богу, блядь. Как у него вот пай, вот работал в 2. Пиздец, блядь. Петухи сода. Атакуют, пиргас, блядь. Блин, я забыл. А кто тут лежит? Вот сейчас будет это бежит. На главный вход бежит. На главный? Ну да, на главный. Сейчас вот будет выходить на главную дорогу, ну, на дорогу перед главным входом. Вышел. Выше проселочный, ниже. Завернул, бежит в этот, бежит на главный. Тачдаун упал. Все, понял. Год. Как ты мог умереть? О! Соспавнил мне. Ящики. Так. Блин. Вы хиликрашивали? Так, ну от меня, да, от меня 90. Сад, ребята, в саду. Да, в саду. Вижу, понял, да. Понял, сейчас если что. Что за сад, блядь? Что за сад? Могу работать, так, в принципе. Ну смотри, сколько давай, вы... как расстояние это, какое? Отрабатывай его. Тебе расстояние какое? Сейчас скажу. Коматос, работай по нему. 230. А, ну работает. Как только это самое. Опа, слышу выстрела. Все, убил. Нет, он идет. Сейчас, подожди, подспорчу. Где особо был убит? Внутри. Какой? Домика он. Внутри домика. Железный забор внутри домика вроде. Пошли, зашел. Да, давайте, да, двигайтесь, пацаны. Вдвоем обжимайте. Ну, с топором шел. И как-то шел медленно на ВС. Не мог бежать. Это домик, который в саду, что ли? Нет, не совсем. Оп, тут стрелял. Да это я туда пальнул. Держу его. Давайте продвигайтесь вдвоем быстрее. Так, вижу его, он в окне.
Там зомби внутри, и он. Так, так, пошли. А, вон он в окно смотрит. Странно. Я в него попал, он не попал. Так, он сейчас в правой половине. Правой? Наверное, сейчас. Подожди. Кто-то еще умер. Не-не-не, в левой тумблер, в твоей. Так, так, тихо, тихо. Сейчас через окна пожмем. В окна не вижу его. Он, наверное, у тебя. А может и нет. Так, я захожу. У моей, да. Сразу слева. Шикардос? Стефан? Французика потушили, бля. Режьте его, бля. Что-то он какой-то живучий. Да-да-да. А что у него было? Сезет Хантер. Да ладно. Хантер? Леопольд VX3. Хантер? Забирайте, да. Парни. Хантера забирайте обязательно. У кого снайперка? Так, у меня кто-то стреляет. Подо мной. Хантера забирайте. У меня нихуя такая же. Себе вы, пацана, потушили, блядь. Да, это крутое тело. Слышь, забирай себе. Сейчас. Матос, забирай. Патроны у него сколько? Вычищайте с него патроны, смотрите, о, все. Давай, я лутаю его. Может, у него патронов вообще нет, потому что он стрелял. Он бежит. Страшно, привязки дай. Справа от тебя. Вижу, справа. вижу его. Можно, ага, отработать, он вижу. Свежий. Вон он бежит, да. И идет на респаун вертолета. Сейчас. Не стреляйте. Стоп, он еще с кем-нибудь. Он герой, убивайте. Надо подождать. Да, блять, он вплотную на меня бежит, ёб твою. Встал, но! Даю. Попал. Попал всё. В спинку. В спинку вошло. Лёг, живой. Потерял сознание. Живой, добивай его, даю. Рыжий. Добил. Еще раз, всё. Готово. Все. Давайте, кто там рядом? Двигайтесь туда. Это снайпа у него. Режьте. Да это у него вармент. Так, а на крафте? Я пойду полутаю, мне пожрать, попить, может, что сниму. Давай. Слушай, а у него... Блядь, у него бэкпак сервайвал, пацаны. Ну, нормально, я себе возьму. Я здесь. Быстрее, Коль. Ты чё, ты куда? Там, тебе до рыжего бас ближе. Он мне все равно готов в твою сторону бежать, ближе к этой базе. Ну пушка, беги к тубе. Под вестовской вышкой контакт. Понял. Нет, уж что-то к рыжам бегу. Вижу, принял. Снял его, вижу. Готов. Тачдаун. Себастьян, бедный, брат. Так, у него там какой-то хороший ствол. Я пошел его лутать. Давай. Биг Кэллифу. Так, подожди. Вроде бы не хороший, но там что-то нормальное. А, фак. Там больше никого не вижу. Тумба ты кроешь? А, ты ж не можешь кроить. Слышишь, это самое. Бас, ты бы, может, в кустике там лег на прострел входа базы. Ну сейчас я добегу дороги, сначала, понял. До тумбы кузьки. Беги. До тумбы. А тумба где? На своей позиции, ты знаешь, где. Не очень. Так, вестовскую держите. Смотрю на нее. Сейчас я это. Чисто. Так я по полю бегу уже. Наведите меня. Так, ребятки, да. У него хорошая разгрузка, это во-первых, блять. И у него что-то. Что за ствол, блять? У него Что это такое? У него МК-48 мод 1, блять. А, это этот. Это пулемет, ёб твою мать. Блять, как мне его засунуть, сука? Руки, блять. Сейчас жратву выкинул. Кому пулемет, бас? Зачем мне? У меня МК, этот ЕБР, ну. Левее. 760. Так, ребят, каверите, короче, вестовскую вышку, блять, нормального петуха шваркнули. Так, кольта у него, так вест у него. Хаки. Зомби сзади. Лепот.
Блять, идет зомби. 5 метров, 2 зомби. У тебя бьют. Ать! Какой азимут 4? Азимут 4 от меня. Вот он бежит, голый полностью бежит, без, без ничего, топор за спиной бежит. Косоглаз, ты выпил свою штуку? Да. Ориентир, ориентир там же, где ты был, констракшн разрушенный. Двое. Двое? Двое. Там же, да. Их двое, с оружием. Двое, я понял. 900 с оружием? Буду работать. Двигай, да, двигай, достали двигай. Оружие. Понял, буду работать по первому. Блядь, пиздарики, у меня здесь зомби, пацаны. Буду стрелять. Блядь, меня покоцали, сука. Сука, один побежал. Ну я да хуя вижу. Ты по нему стреляешь, 900 я метров, не стрелял. Если они бегут. Я не стрелял еще. За констракшеном, где уже перед. Один для тебя проверка. Один готов. Выстрел в голову, ну, ровно. Нахрена ты стрелял? Один готов, снял одного. У дерева. Косоглаз, от нас азимут 72, блядь. Одного завалил, нахуй. Где второй? Вижу, так, одного. Лежит. Лежит, Оля. Лежит, вижу, вижу. По мне работает. По мне, по мне работает, пацаны. Отхожу, стрейфюсь. Убили его. Все, нету. Живой еще один там. Третий. Так, пацаны, разберитесь, дал. Соберитесь, блядь. Попал. Попал по нему. Рыжий, ориентируй. Убил, все. Все, вижу, вижу, лег, блядь. У него пулемет, ёб твою мать, МК-48. У него пулемет, да. Это дружки, это. Давай, 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 косоглаз, идем, идем, обжимаем их. Втроем. Блин, я подошел, что я пропустил что-то, да? Да. Шикардос просто. Я люблю пропустить тебя в вертолете, сижу, меня убивают, пока я курю, блядь. То есть что? Слева, тумба, куда ты пошел? Он констракшн убил. Я вижу, я вижу. Вот тут же еще один. Там один у дерева. Так, а где этот ты мудила вот с пулеметом? Стоп, он живой! Бля, какого нет. Хрена? Блядь! Там защищен. Еще один! Бил, 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 бил. Четвертый. Трое, трое было как-то. Вон, вон там тот, блядь, а валяется в шмотках, нахуй. А где здесь этот придурок-то там был? Пулеметом? Три, вот, вот. Один у заборчика, один так. Вот чуть дальше. Вон один у дерева, которого я шлепнул. Вон один под кустом. Оули. Охереть, сколько их тут. Ладно, я лутаю. Ну вот, нормальное. О, слушай, хороший шоу у них тут. М249 САВ, бокс на 200 раундов, 5.56 у него. У них у всех пулеметы. Активити. Слышишь, Кузька, у них у всех пулеметы. Блядь. Двоих минимум пулеметы. И 1.762 вот у косоглаза сейчас смотрит. Нет, у этого только... Я смотрю, тоже МК-48. Так, какой-то магазин, 20 раунд, 72-21, МК-300. Ребят, у этого только савка есть, слышите? И все, в принципе. Магазин тут какой-то крутой, 72. У этого только сав, он заряжен. Возможно, мне. Как называется еще раз? На 51? МК-316 мотно. Мама, уходить. С да, погоди. Уходим, уходим. Ко мне 20... Что это за ствол? Меняем 20... позицию. М21, супер матч. Спорт у него. Жор, могу работать, блять. Где он? Идет, кстати, к домику кольта недалеко. Буду работать. Я у домика как... кольта. Кстати, будет, буду убивать. Я у домика кольта. С какой позиции азимуты свои давай? Ты наверху. За домом, за длинным домом. Азимуты, блять. Азимут, скажи ему, блять. Работайте, сука, вас там двое человек, блядь, с веслами, вы что, ебанутые, блядь? Да не ори, ёптаю, знаем. Подожди, у него, блядь, вармин, ничего он тебе не сделает. Все, буду работать. Подожди, держи, что, остановится? Базе. Остановится, будем работать, подожди. Не стреляй в движущийся. Ай, блядь, петушня он за ебаная, зашел. Нахуй. Перемеряй. Не едьте машину, не едьте. Брал его нахуй. Все. Готов он. Ну, вот нахуй. Слышь, он повернулся ко мне. Он машинка сейчас его перед. Кишки ему нахуй выпустил. Стой, стой, стой! Стой, стоп, стоп, стоп де! Эй, ю, стоп де! Чё? Потому что забор там, не врезался. Все нормально, чё? Ты как забрах, но ты хочешь вылезти. Блять. Пилот. Я, чё, последний патрон. Воздух нужно. Так, ну-ка, Петошек, что у тебя? В армии в натуре, пацаны. Вы зоркий глаз.
Давай, Кузька, ты где? Так...